том, что я училась у Людмилы Марковны не только какой надо быть актрисой, но и на ошибках ее тоже училась. Я понимала, что нельзя так мало времени уделять детям, что в какой-то момент я поменяла приоритеты и сказала себе внутренне, что вот семья – это главное, иначе я потеряю детей. И как только я это сказала, у меня в профессии сразу начало все происходить. То есть вот как бы вселенная так распорядилась. Поэтому очень много общего и очень много того, чего я могла исправить в своей судьбе. Да, я до сих пор прихожу в музей и всегда вот немножко в таком состоянии. Мне всегда страшно. Мне всегда страшно, хотя супруг ее, Сергей Сенин, который пригласил меня на эту роль, он говорит, что 100% она бы тебя полюбила, и она сейчас там с небес смотрит и удивляется тому, что происходит, потому что она могла себе, он говорит, Люся могла себе представить что угодно, но только что о ней будет спектакль в театре Вахтангова, этого точно она не могла себе представить, вот абсолютно. А он знает, что говорит, поэтому я думаю, что она радуется. Я так поняла, что этот спектакль будет о Люсе Гурченко, да? Ну, она тоже прекрасная актриса, великая, поэтому в этом исполнении стоит посмотреть этот спектакль. Я думаю, что это будет очень приятное воспоминание. Я зритель со стажем, с очень большим, можно сказать, профессиональный зритель, если можно так сказать. Поэтому в этот раз, как только я узнал, что приезжаю в театр Вахтангова, а это один из моих любимых театров, я решил обязательно побывать на спектакле. Дело в том, что Люсю, «Признание в любви», я смотрю второй, сегодня буду смотреть второй раз. Первый раз смотрел в театре Вахтангова. Это спектакль, как я называю, бриллиант. Его обязательно нужно смотреть два и более раз. Конечно, в первую очередь это Людмила Марковна, то есть память о великой актрисе, она всегда в наших сердцах. Ну и незабвенная Нонна Гришаева. Ее игра – это шквал эмоций, настроения, то есть это позитив. Ну и вот мы собрались с коллегами, с подругами, то есть это самое лучшее времяпрепровождение. Посмотреть не только по телевизору, но и вживую очень хотелось.